матчах за сборную 4 мяча вот за гол выходит, да? Ну и получается, что эпоха адвоката заканчивалась хорошим выступлением Дзагоева, а эпоха Капелла начинается. Хорошо бы и дальше, да. Поздравляем мы Алана Дзагоева с очередным мячом в составе сборной России. 1-0. Установка, которая была, может быть, и до матча, и в перерыве, и... Аршавин! Какой удар с левой ноги! Хорошую атаку сейчас футболисты сборной России через... Установка, которая была, может быть, и до матча, и в перерыве, и... Аршавин! Какой удар с левой ноги! Хорошую атаку сейчас футболисты сборной России через 15 примерно минут до окончания этого матча. Опять опасно! И они нам все-таки забили. Давайте еще раз посмотрим. С фланга пришла атака. А как вырезал с левой эту передачу футболист сборной Кот-д'Ивуара? Вот смотрим еще раз. Градель, конечно, умница. И то, что пробил. Но как-то вот так получилось, что и пробил, он добивание первое успел. Хотя вроде как не один находился-то изначально.